Доброго здоровья – это повествование инопланетного контакта Боба Ренода с планетой Календор. Последняя часть. Итак, начнем. В качестве меры предосторожности использовались 6 различных телепатов. Та же самая процедура была применена к свидетелям судебного обвинения и защиты в другом здании на некотором расстоянии. Ни слова не будет обменять. А я, наверное, по-другому здесь. Они не смогут обменяться словами, наверное, лучше так будет точнее звучать. Перевод все-таки технический. Они не могут обмениваться словами или информацией в течение 2 следующих дней. Процедура будет повторяться, но на этот раз в течение 8 часов. На 4-й день все телепаты представляют свои записи группе из 3 судей, которые уже взяли интервью и подвергли перекрестному допросу обвиняемых и свидетелей. Не было никаких адвокатов или жюри, или судей, чтобы произвести впечатление. Судьи имели в своем распоряжении все подробности дела и хотели быть абсолютно уверенными в виновности обвиняемого. На этом все заканчивается. Может быть... А, да, там, наверное, книги-то еще есть. И, может быть, даже это была часть книги. Но если вы увидите в русском переводе книги Боба Ренода, можете мне прислать или скинуть ссылку мне или всем на стене ВКонтакте или в личные сообщения. Если людям понравится и люди захотят, я у них спрошу, я могу продолжить зачитывание то, как он контактировал, общался и был в гостях у своей инопланетной цивилизации. Или у вас есть свои случаи, свидетельства, свои истории ваших встреч или встреч других людей, вы их тоже можете скидывать мне, если хотите, чтобы они были зачитаны, или хотите спросить про них. У вас есть свои вопросы. Возможно, я отвечу на некоторые вопросы с точки зрения других измерений или многомерности. Это будет похоже на многомерный взгляд со стороны. Если ваша история будет интересна, или не ваша история, главное, и интересная, или креативная, или впечатляющая. Ведь именно интерес движет нами, движет этот мир. На этом все. Пишите мне на стене ВКонтакте свои истории. Пока, до следующих встреч!